замок, в котором я хочу сидеть. Линдерхоф – Верхнебаварский замок короля Людвига II, расположенный в Италии на юге земли Бавария. Единственный замок, полностью достроенный при жизни короля Людвига II, является также наименьшим среди трех его замков. Он приказал возвести его в 1874 году. Дворец выстроен на территории заповедника Амергебирге в центре красивого парка рядом с королевским охотничьим домиком Линдерхоф, который еще Максимилиан II купил у близлежащего монастыря Эталь. На месте замка стояла изба 1790 года, превращенная в XIX веке Максимилианом II в охотничий домик. Наряду со строительством замка был разбит сад 1874 году по 1880 годы по проекту Карла фон Эфнера. Здесь соединились несколько парковых стилей, перед замком – формальный, в сочетании с регулярным стилем. Общий вид парка – крестообразный, в центре которого расположен замок и 22-метровой высоты фонтан. На территории парка устроены различные павильоны и архитектурные капризы. Марокканский домик, мавританский киоск, собачий домик, скит гурниманца. На возвышенности устроен грот Венеры и водные каскады, заканчивающиеся фонтаном Нептуна. Rechts.